Конечно, это очень важно поддерживать экономику страны. И это очень здорово, что магазины продолжают работать, люди как-то продолжают жить и поддерживать друг друга. Света практически нету, поэтому выезжаем в торговые центры, ходим по магазинам, гуляем, как-то пытаемся проводить время с пользой для себя и как-то немножко отвлечься. Работаем в штатном режиме, как и обычно, как торговый центр, работаем без выходных, несмотря на все обстоятельства, которые сейчас происходят. Мы не унываем, мы надеемся на лучшее, верим, что все будет хорошо, что скоро наладится ситуация. Слава Богу, вот работаем со Светом, поэтому у нас хорошее настроение, все позитивно настроены, настроены на рабочий день и готовимся потихоньку к Новому году. Несмотря на всю ситуацию, что происходит в стране, мы поддерживаем нашу экономику, мы работаем, чтобы наша страна развивалась дальше.